Сегодняшняя тема. С самого начала пандемии SARS-CoV-2 ученые по всему миру разбираются, где и как передается коронавирус. Итоги многочисленных исследований, о которых писали в течение всего 2020 года, проект здоровьемейл.ру собрал в одну галерею. Проиллюстрировали мы ее кадрами из фильмов разной степени страшности. Итак, где опаснее всего находиться с точки зрения заражения? Смотрите, читайте также рейтинг мест, где можно подхватить коронавирус. Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом. Стюардесса показала самые грязные места в самолете и испугала пользователей сети. Смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.